Воспитанники досугового центра «Мечта» к празднику Дня матери готовятся заранее. Как рассказала руководитель кружка по изобразительному искусству «Мир фантазии» Екатерина Бочкова, на занятиях ребята со всей ответственностью подошли к заданию. Младшей группе нужно было нарисовать букет цветов, ребятам постарше – образ мамы. Им нравится рисовать. Они, даже если они приходят с не очень хорошим настроением, то после рисования они всегда уходят с хорошим настроением, веселые. Мы здесь отвлекаемся от повседневных мыслей, занимаемся ими творчеством. Соответственно, у нас повышается настроение. Все работы юных художников представлены на выставке, расположенной в фойе центра. Ребята в своих рисунках использовали различные техники. Техника гуаши и техника акварели. Там именно такая открыточная, да, получается, форма, а здесь именно живые, как будто вот мы их увидели где-то и перенесли на бумагу. В кружке «Мир фантазии» занимаются дети от 6 до 14 лет. В досуговом центре «Мечта» дети на занятиях по рисованию используют мольберт. Лист, закрепленный вертикально, позволяет юным художникам увидеть будущее произведение в той же плоскости, как и в реальной жизни. На отдельном стенде расположена небольшая экспозиция кружка 3D-ручки. Это объемная работа. Начинается с самого простого, с композиции осенних листьев. И потом мы начинаем создавать вазу, декор. И все в итоге собираем в единую большую композицию. В досуговом центре поселка Измайлово сейчас функционируют 29 тематических кружков и спортивных секций. Ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой действуют только на количество воспитанников в группах. Их на занятиях должно быть не больше 12. Для взрослых есть. Так кружок называется. Потом кружок, который ведет у нас, значит, руководитель Холодов, это брейк-данс, тоже в режиме онлайн работает. Также в режиме онлайн работает кружок «Юный стилист». А в ближайшее время, как поделился директор центра Петр Островерхов, планируется перевести на удаленку еще несколько секций. Художественный руководитель у нас Татьяна Александровна есть. Я хочу, чтобы она открыла кружок. Ну, связанный с чтением стихов. Я не знаю еще тоже, как мы его правильно назовем, вот, но именно вот такого плана. С начала декабря в удаленном режиме будет работать и кружок «Мастерская искусств» для творческих людей разных возрастов. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».